них очень вкусное мороженое Сникерс. Я не хочу в этот раз идти через Стамбульский парк. Мне ноги по болят. По Приморскому пройдем? Да. Так, по Приморскому. Я обычно хожу через Стамбульский. Вот так. Здесь музыканты. Они, а эти всегда тут. Да. Эти тут всегда. Давно не было этого. Вот эта женщина тоже в это время она всегда кормит этих рыжих. И у них такое еще смешное семейство этих котиков, они косоглазые. Вот одинаковые, видно, что с одной семьи. А, красивые рыжики. Я жрать хватит. Наша Мэри, о боже, опять набежали. Вы можете где-то ходить у себя там это вот это вот писать? Ну, вы забираете мое время. На ненужные действия. Мы же зайдем в двор 12, посмотрим, что хоть секундочку. Чтобы нас не пустили, потому что была дискотека. И я не хочу. Нет, ты хочешь идти, я не. Я вообще не люблю эти заведения. Да. Просто их не переношу. Не понимаю вообще их. Что там прикольного закрыться в том дворе и включить какое-то кино? Если ПДХ, какие-то наркоты, то еще это может быть вытянется. А в здравом уме вот это слушать я не понимаю. Это но разная музыка. Там была этническая, очень классная музыка, этническая. Как это африканская, но было классное что-то. Под наркоту. Они же как раз под наркоту ж вот это все делают. Африканцы. Мы решили пока в двор 12 не заходить. Идем по Приморскому. Надо было пройти по Приморскому. По Центральному. По Центральному. Нет, если хочешь, можешь пойти. Так. Все, вы уходите в блок. Сейчас потратим время, заблокируем, потому что ну это уже не выйдет. Юрий тоже идет нахрен отсюда. Не понимаю человеческого языка, чтобы не терять время. Забрали мое время, чтобы я встала. Время зрителей. О, вот это я понимаю. По-нашенски. Забрали наше время. Это я понимаю. Сеть на Приморском. Открыть хамончик, шампанское. Цигарку. Вот это люди отдыхают. А мы без шампанского. О, я к тебе его не накрыла. Да, ну в такую жару бухать. Это все. Это ж туристы якісь. Это они отдыхают. Да. А мы на работе. Я заблокировала. И катурки рисуют, прикольно. Барабаны слышно? Андрюха уже на разогреве. Тыц-тыц-тыц. Только какой интересный сегодня репертуар будет. Наверное, с рокерами обязательно. Он сказал, новый будет репертуар. Без тех песен. Молодежь. Токмак. И вам добрый вечер. Корпасивочки за добрые слова, ребятки.